ночь, типа, на Керти выдалась сложной, напряженной, практически не умолкая, звучал сигнал тревоги воздушной, десятки ударов по городу, и рядом с ним падение снарядов, работали системы залпового огня, беспилотники. Вот, приняли решение двигаться в ближайший населенный пункт, это Шушин, который находится буквально в 15 минутах езды. Во время войны в Шуши даже был, они из Шуши побили Степанакерт, их там много было, прям Шуши. И надо было Шуши срочно освободить. И так устроили нашу операцию и Шуши освободили. Поэтому Шуши все время как бы это такое святое место как бы. Она как город-крепость как бы. Даже там недостроенный дом отца Алиева есть, это как его, Гейдара Алиева. Они очень хотят снова их вернуть. Они говорят, что это наш город Шуши и хотят себе вернуть. Поэтому Шуши очень важное место, как бы и стратегически, и в политическом плане очень важное место. Вот здание, это как его? Палата искусств. Вот. Ну, судя по всему, здесь серьезно разбомбили. Все, пахнет. Добрались в Шуши, увидели разрушенный дом культуры, разрушен прямым попаданием. Также рядом с ним торчит хвостовик от смерча. Видимо, такими же боеприпасами уничтожен был сам дворец культуры. В небе сейчас кружат беспилотники, и нас попросили как можно скорее отсюда удалиться, чтобы не подвергать нас опасности. Мы только что были в здании искусств Шуши, города Шуши. Там 3 дня назад упала бомба, и можно сказать, здание полностью разрушено. По местным жителям говорят, что более чем 10 человек там погибло. Вот мы слышим сейчас над нами, слышно жужжание дрона, который кружит достаточно низко, потому что слышно отчетливо. Его пытались сбить местные солдаты, потому что мы слышали выстрелы из автоматов, но, видимо, они поразили цель, и сейчас мы спрятались в укрытие, чтобы не попадаться. Слушайте, слышите этот звук? Вот он приближается. Беги! Очень близко. Очень-очень близко. А все из-за того, что облака поднялись. Он стреляет, но это бесполезно. Вот, вы слышите, работает снова стрелковое оружие. Нам лучше выйти отсюда. Нет, иди сюда. Иди сюда. Даже собака убегает. Сюда заходи. По улицам пустого Шуши, как вы можете видеть, двигается только небольшая группа вот отчаянных журналистов. Мы стараемся найти сейчас, где укрываются, где прячутся от обстрелов, от тревог мирные жители. Часто бомбят? Часто бомбят. Вон наверх уже здесь переломали. Часто гудят, боимся уже, подвали многие. Уже несколько дней, как мы находимся здесь. Вчера была уже бомбежка была вчера, а сегодня нет. Почему вы именно в церкви здесь прячетесь? Здесь безопасно. Другие дни подвал уже занят, а здесь безопасно. А как вы думаете, могут ли вообще ударить по церкви? В прошлом войне
1992 году уже была такая война. И сбили церковь. Не знаю, не возможно. Покинули населенный пункт Шуши. Обстановка там напряженная, улицы пустые, тоже звучал сигнал тревоги. Несколько раз над нами пролетали беспилотники разного типа. Очевидно, что разведывательные и ударные. Но ударный не был применен. Не был применен, потому что не было ни одного взрыва, пока мы находились. Наверное, вернули на базу для дальнейшего применения его. Сейчас возвращаемся на максимальной скорости в Степанакерт, потому что водитель заметно нервничает. И ну, туда мы ехали медленнее, чем возвращаемся. Возвращаясь из Шуши в Степанакерт, уже в самом Степанакерте на въезде увидели заправку, которая по дороге туда была целая. Сейчас она разрушена. Обошли, внимательно обсмотрели ее, нашли несколько входов, то есть сработал кассетный боеприпас.